этой книге. Действительно, вот Андрей Васильевич умеет оценить. Эту книгу я издал в Москве, в институте, значит, этнографии. Это 91-й год, по-моему. 90-й год. И я вручил Митюкову, Штыгашеву и так далее эти книги, которые представляли, значит, и находились там в Верховном Совете и так далее. И было настолько я был настолько удивлен, что Митюков посмотрел, а там говорится о государственности, которая у нас существовала. И в это время, 91-й год уже, когда, значит, преобразовываются многие автономии, значит, в республике, нам вот по этой книге, хорошо не разобравшись, дали статус Хакасской союзной республики. Правда, потом они исправились. Но эта книга сыграла свою роль. Это верно. Спасибо, Андрей, что это со мной. И еще хотел сказать. Вот, значит, Артур Алексеевич обмолвился о письме. Я был воодушевлен этим ответом Липского и стал писать многим известным людям письма, как, ну, по почте и так далее получал. Допустим, академик Крачковский, у него очень интересные работы по арабской географии. Я написал, значит, в академии, ну, Крачковскому. Приходит ответ, к сожалению, извините, Борис, я не помню, как отчество, Крачковский умер где-то в 50-е годы. Вот это был удар, потому что я думал, все не отвечают, как Липский. Второй, я, значит, очень интересовался тюркологией, вот тюркскими письменами, и написал письмо Сергею Ефимовичу Малову, известному тюркологу и так далее. Вот, и мне приходит ответ от жены Малова, что, извините, к сожалению, Сергей Ефимович умер в 56-м году. А здесь появляется Кызласов. Думаю, нет, писать не буду. Вдруг уже его нет. А оказывается, он есть, и мы еще долго с ним сотрудничаем.